Уютненький домик Гарфилда перевел, озвучил и сделал. Озвучили Ханта и Гарфилд. Что вы думаете, Холмс? Что же, следы ведут к нескольким подозреваемым. Собственно, мне приходит на ум 10 возможных преступников. Большое число, без сомнений. И, конечно же, некоторых из них можно исключить. Вам нужно прислушаться к уликам, Ватсон. Они расскажут нам историю. Они расскажут, что она это сделала. Вы уверены? Мне бы ужасно не хотелось отправить невинного за решетку. И этого не случится, если мы все еще хорошие сыщики и не упустим существенных доказательств. Хорошо. Я свяжусь с Лестрадом и скажу, что мы готовы. Не все так просто. Леди всего лишь боролась за свою собственную жизнь. Что же тогда нам делать? Разве мы не должны ее арестовать? Мы бы могли передать ее в Скотланд-Ярд, да. Она все-таки виновна в этом убийстве. Или мы могли бы отпустить ее на свободу? А что, если мы примем неверное решение? Есть такая возможность, но она маловероятна. Но если это случится, нам придется жить с этими последствиями. 7 убийств. Ваше решение. Их наказание.